Точно рады приветствовать вас на сезоне Одесса Fashion Week. Расскажите, пожалуйста, о вашей коллекции, что нового, интересного, креативного вы подготовили для нас в этот раз? В этот раз я подготовила, можно сказать, акварельную коллекцию, созданную специально для детей. В этой коллекции использованы принты, я использовала очень нежную музыку для этого показа, чтобы подчеркнуть нежность. А также во время коллекции исполняли прекрасный танец модели моего показа. Я думаю, что все удалось, показ вышел замечательный. Что вы также используете более натуральные ткани для своей коллекции? Да, обязательно. Я использую для детей дышащие ткани, батист. И я думаю, что детям очень приятно и удобно находиться в моих изделиях. А этот показ удался? Да, я очень довольна, правда. Спасибо большое. Есть ли у вас уже планы на вашу следующую коллекцию? Да, конечно. Она будет интересная, яркая, красочная. Надеюсь, понравится вам. С нетерпением ждем вас на 11-м сезоне Одесса Fashion Week. Желаю вам творческих успехов и, конечно же, вдохновения для реализации ваших новых творческих идей. Спасибо. Скажите спасибо. Спасибо.